Всем доброе утро, пупсики мои. Утро, утро. Время 8:10. У нас навалило снега еще вчера. Такие барханы. Но он и должен валить. 9 градусов вроде потепления. Встали, остались девчонки со мной, я, ну, дочки. Лежат в комнате, мультики смотрят, телефон разрешил сегодня. Добрый с утра, нормально. Покормил тортиком. Все. Мы вчера с Анютой не удержались и все-таки поели торт. Потом, если что, покажу какой там кусочек. Все, каждый съел, все нормально. Пицца. Не могу не влюбиться. Ну а я давно мечтал, у меня есть вот такой вот старенький ноутбук и отверточка, там пинцетики, все дела. Сейчас я что буду делать, я его еще буду разбирать, не помню, где у меня термопаст. Наверное, не буду, потому что термопастой я мазал хороший один раз, мне пацан давал, короче, он говорит, ее хватает там аж на 2 года. Термопасту, скорее всего, не буду менять. А почищу охлаждение, короче. От пыли, от всего там, чтобы нормально было. То что-то он у меня глючить начинает. Ну, все. Сейчас буду что. Мы его переворачиваем. Кому интересно. Откручиваем все болты. Здесь все снимаем. Все снимаем. Потом клаву снимаем. И так потихонечку. Не буду показывать вам, но потом попытаюсь помонтировать видосик, что как будет. Ладушки, все делаем. Твердка не магнитная, тяжело приходится выковыривать. Короче, уже тут поразбирал то вон клавиатура. Сейчас это я откручу и все сдерну. Сейчас бабушка придет к нам. Блянов принесет. Вот так вот. Сейчас говорит, в магазин схожу, да блинов принесу. Ну, я что, разбираю. Шлейф его надо доставать. Один достал. Этот достать сразу же. Ништячок. Ну и вот мои внутренности. Все в пыли, вон, видите, пыль. Мне надо достать вентилятор, вот здесь стопудово забилось. Чтобы достать вентилятор, это нам, мне надо вот эту схему, вот это отцепить, это, и достаем плашку, и все, вот там скотчем у меня проклеено, и все, и это. Тут все в пыли. Вот смотрите. Пыль. По-любому там. Почищу вентилятор и все будет ништяк. И он у меня заработает как новенький. Не понимаю, вот эта батарейка нахера нужна. Вот реально не понимаю, для чего батарейка вот эта вот. У меня есть такая батарейка где-то дома. У Анюты есть такие. На пульт там, на чё. А для чего он? Хер его знает. Ладно, все. Откручиваем. Это, ну, болты и снимаем. Ну все, вот он. Здесь уже открутил. Остается только сдергивать. Термопасты-то у меня тут вообще понты. А где моя? И вот. Я бы не сказал, что забитый. А вот термопасты нет. А надо термопаст. А где она у меня? Вы знаете. В коробке вроде. Все, сейчас чистим. Это очищаем. Старую термопасту. У меня беспонтовая есть. Придется идти за беспонтовой и мазать.
Все нашел, вот. Недолго искал. Сейчас это протеру все. Уберу. И все. Че? Можно я возьму у тебя ватные палочки? Да, возьми и мне принеси штук 4. Мне 4 штучки. Бабушка напекла блинов. Ой, тепленький. Апельсинки принесла, банан, яблоки. Я говорю, забери себе домой. И апельсин тоже надо забрать, Софи, сок. У нас апельсины, все у меня там есть, все есть. Яблоки есть. Пусть себе забирает, сама ест фрукты. Старенькая ей полезно. Ну все, сейчас все. Все это обмываем, делаем. Я думаю, что у меня, какой хер Макс мне наврал, блядь. 4, ты знаешь, что такое? На. Зачем ты столько берешь-то? Макс мне наврал. Ну хотя, когда я менял? У меня видео даже есть. Год. Новый год. Перед Новым годом, что ли, или после Нового года. Год прошел. На год всего хватило. Он говорил, года 2. А то и 3 можешь не менять. А тут слоя уже как бы нет. Ладно, все сейчас протираю и мажу. Я ремонтник еще тот. Софа вон с бабушкой в прятки играет, бегает. Куда прибежала-то? Все, сейчас обмазал все. Где Софа у нас? Видели Софию? Ха, вот она. Ну и все. Все, вот это тоже я почистил. Так, все, сейчас вот так кладем. Но для этого мне надо обе руки. И делать это аккуратно. Потому что это мозги. Мозги. Компьютера. Да не только это. Все, я когда-то флажку купил, думал, что он летать будет вторую. Летал, так и летает. Ладушки, все. Я думал, пыли было. Когда я его брал, первый раз покупал, пыли вот здесь просто было забито вот так. Просто. Сантиметра 2, наверное. Полтора точно. Полтора. Не продувалось. Я поменял сам. В интернете посмотрел. Сейчас даже без интернета, даже видео не включаю. Все по памяти и все. Ну все, сейчас ставлю и быстренько собрал. Все. Чпуньк. Так. Чик-чик. И пойду смотреть. Все, все закрутил по этапу. Смотрите, какой Wi-Fi. Маленький. Маленький Wi-Fi. Так. Все, сейчас собираю в короб всю эту байду. Все собрал. Че, первый запуск. Смотрим, что не работает. Да? Давайте посмотрим. Угу, экран не работает. Идите. Хорошо. Ходят, орут. Соседи, наверное, вешаются. Все работает. Батарея 70%. Нам надо что? Нам надо вот эту байду включить, где она? Какая-то вентилятор. Смотрим. Сейчас все красное будет. Ой-ой-ой, как долго
посмотреть. О, не, вот, все выровнялось. Синенькая, одна температура. Вот, видите, поближе. Синенькая. А тут все было огонь. Температура, ну хотя... Нагрузки нет еще. Не хочу. Не хочу. Ну все, короче. Не, температура вон нормально. Он запускается нормально. Не шумит толком. Не будит. Все, я все сделал. Я молодец. Кто молодец? Ромка молодец. У меня только столько болтов осталось. Штук, наверное, 6-7. Я не знаю, куда их прикрутить. Забыл. Я последовательность забываю, куда болтики надо закручивать. Они почти все одинаковые. Ну, в принципе, мог бы вообще все на защелках. Платку закрутил, самое главное, и все, чтобы она не болталась. Остальное не надо. Хоп-хоп-чпок-чпок, быстро снял и все, если что. Короб. Плату открутил и все. Остальное это все на защелках. Лишние болты не нужны. Ну я и брал. Там половину, наверное, не было. Сейчас еще половину нет. И потом вообще не будет. Просто платку буду закручивать и все. Удобно. Быстро получается. Ковырнул. Ножичком. Начинаю. Да, кстати. Ножик мой. Вот этот. Оказался каким? Отвертка, она не магнитит. А нож у меня магнитит. Болтики можно доставать. Все, короче, пошел подключать к интернету. Давать ему полную нагрузку. А мы попозже сейчас включимся. Совкин кусок. Я только могу вам торта показать. Говорят, что пропитан. Ну, конь. Если хотите полностью посмотреть, то... Посмотрите лучше шортс. Совка не ест. Ну, сейчас с Алисой доедим ионный кусок. И все. Я уже разделся. Время 10. За 2 часа то все под туды-сюды. Сейчас тортиков кину, то все. Да спать уже скоро надо укладываться. Тихий час делать. Как-то так, короче. Сегодня такое утро. Бабушка пришла, блинок принесла, тортик попробовала, то есть сейчас девки у меня убираются, стираются, убираются, ну все, сейчас что-нибудь зазырим, может быть, кинчик какой-нибудь посмотрим, да? Кино посмотрим, ну какое-нибудь, что нет-то выходной. Кинчик можно какой-нибудь глянуть. Ладушки. Включимся. Не знаю, как некоторые дома ходят в кофтах. Вот я кофту одел. Оглядел, это невыносимо. Жарище. Короче, дело к ночи. Сегодня суббота. Что делать? Вообще не знаю. Ума не приложу. Поесть все есть. Вчера все приготовили. Что сегодня делать, хер его знает. Есть готовить не надо. А, ну да, кино сейчас пойдем смотреть. Точно. Как-то так, короче. Ничего особенного. На этом закончим. Сделал я свой ноутбук, вроде показывает, ну, работает побыстрее. Все переживаю, что термопасты мало насыпал, хотя говорят, что много ее не надо. Думаю, нормально. Ну, работает быстрее, но не так, как работал. Так что должно все нормально быть. Я так-то в компьютерах не шарю. По-хорошему все обновить, все там лишние программы отключить, которые внутри работают. Но я не шарю в этом.
Комп надо нормальный, правильно Максик сказал. Максик. Как Ивета прямо сейчас. Максик. Правильно сказал, что это лучше купить и не париться. Так что подарите мне комп на день рождения. Скоро денюха у меня. Днюха. Ладушки. Все. Если что-то буду снимать в течение дня, то это уже будет другое. Но буду, пока выходные, есть настроение побазарить с вами. Вообще за радость. Так что давайте. А на этом пока все.